Как зовут Деда Мороза у татар или тувинцев, с какой фразы начинается текст Российской Конституции или какой народ проживал в Преамурье в VI веке? Задания всероссийского диктанта весьма необычные. Как говорят организаторы, здесь пригодятся знания и географии, и истории, и культуры. На выполнение заданий дается 45 минут. Однако студенту историко-филологического факультета БГПУ на это потребовалось всего минут 15. О обрядах или почему, так скажем, они почитают там какой-то определенный тип там животных или еще какие-то моменты с праздниками. Такие вопросы